тоже одна из составляющих, о чем сегодня мы уже и говорили при осмотре пищеблока, о том, что должны быть в соответствии с ЦАНФИН предусмотрены объемно-планировочные решения пищеблоков. И здесь по факту во всех общеобразовательных организациях Ульяновской области обеспечивается питание, мы знаем, но из 400-302 объектов, которые были в мониторинге, у нас только в трех школах, это Кузоватовский район, одна школа Кузоватова и две в Николаевском районе, используются буфетными раздаточными, а в остальных школах производство готовых рационов осуществляется на месте их потребления. При подсчете количества пищеблоков в соответствии с проектом учредители дают следующую информацию. Сырьевых пищеблоков проекту 247, из них 18 работают на полуфабрикатах. Количество доготовочных пищеблоков по проекту 96, из них 12 работают на полуфабрикатах. И количество буфетов раздаточных по проекту 55. Не соответствует установленным требованиям 34 пищеблока. Причину несоответствия учредители указали следующее. Недостаточность помещений пищеблока, их 23, недостаточное количество технологического оборудования 26 и износ оборудования более 80% 23. Для решения данных проблем мы в настоящее время предлагаем следующие пути. В городской местности, где модель организации питания аутсортинг, возможно использовать логистическое решение, которое нам предлагает в настоящее время Ассоциация операторов питания. А вот в сельских школах здесь ситуация сложнее, но мы уже ряд мероприятий запланировали. Например, такое из них, что на 2020 год в программу развития и модернизации образования в Ульяновской области мы внесли пункт 3.7 мероприятия предоставления субсидий из областного бюджета.